В эти выходные в Конаковском бору состоялись соревнования по лыжным гонкам в рамках фестиваля здоровья и спорта «Русская зима». Порядка 70 участников в 12 возрастных группах боролись за победу. В эпицентре зимних спортивных баталий побывала наша съемочная группа. Весна пришла, а зимний спортивный инвентарь до следующей зимы убирать пока не стоит. В этом убедились участники фестиваля «Русская зима-2018», который принес горожанам массу впечатлений и ярких эмоций. Как, например, соревнования по лыжным гонкам. Последнее приготовление, разминка, настрой только на победу. Среди участников забега спортсмены, любители и профессионалы. Практически у каждого за спиной весомые награды и спортивные звания. Участники лыжных гонок состязались больше не за победу, скорее ради хорошего настроения и здоровья. Здорового образа жизни. По команде на старт «Внимание, марш!» лыжники отправились покорять нелегкую дистанцию. Порядка 70 человек в 12 возрастных группах из Конакова, Дубны, Запрудни, Редкино состязали скорости на лыжных трассах в Конаковском бору. Дети, студенты и более опытные спортсмены на протяжении нескольких часов упорно сражались за право быть победителями в этих соревнованиях. Участники говорят, после гонок чувствуют себя так бодро, что сил хватает даже на дополнительные тренировки. Соревнования по лыжным гонкам в рамках фестиваля «Русская зима» проходят ежегодно, и настроение на лыжной трассе, говорят организаторы, всегда приподнятое. Несмотря на то, что лыжный спорт – массовый спорт, участников с каждым разом становится все больше. Сами встают на лыжи, приводят знакомых и приобщают к спорту своих детей. Победители соревнований в каждой призовой группе наградили медалями, кубками и почетными грамотами.